Приветствую всех зрителей канала «Автопутешествия» и приглашаю сегодня в поездку на озеро Балхаш, самое крупное озеро Казахстана. Предлагаю подъехать к южной стороне озера около поселка Лепсы. Сейчас я в Талдыкургане на объездной дороге, уже ближе к выезду из города, на заправке. Наливаю полный бак, потому что дальше с бензином будет не очень хорошо. Дорогу до Талдыкургана вы уже видели неоднократно в моих роликах. Там есть несколько интересных моментов, о которых я расскажу подробно в блоге. Вот его адрес. Ну а сейчас поехали вперед за Талдыкурган в сторону поселка Лепсы. Вскоре после аэропорта города Талдыкурган готовая дорога заканчивается и начинается ремонт. Как вы видите, половина дороги сделана, здесь будет 4 полосы. Ну и уже, конечно, ограничение скорости. И уже начинаются объезды, неровности. Сегодня суббота, время 7:30 утра, но машин уже на трассе достаточно много. И из-за неровностей, прямо даже небольшие, как пробки образуются. Ну вот здесь уже положили асфальт. Ездил здесь месяц-полтора назад, этого куска нового не было. Достаточно большой участок асфальта нового от Талдыкургана уже уложили. Там еще нет движения, ездят по одной стороне, но уже асфальт готовый. До поворота на Лепсы мне еще 15 километров. Поворот накопал. Здесь объезд, строится новый мост. Ну вот и поворот. Уходим с трассы. Надо сказать, что большая часть машин ушла именно в этом направлении. Наверное, все едут на отдых. Из-за ремонта приходится выбираться на дорогу вот такими вот пыльными объездами. Выхожу на асфальт. Здесь он вроде был неплохой. Уже 15 километров я отъехал от поворота в сторону поселка Лепсы. Асфальт прекрасный. Идет небольшой дождь, временами усиливается и дует довольно сильный боковой ветер. Дорогу оборудовали парковками с туалетами. Прямо современная дорога. 35 километров новой хорошей дороги кончилось. Дальше пошла старая. Ну, она, в общем, неплохая. Ну, конечно, уже не то. Ну, вот почти 60 километров от поворота. Это поселок Матай. И снова очередной объезд, ремонт, мост. Вот поворот к поселку Матай. Я еду прямо, а налево вот арка и дальше этот поселок. Ну вот 90 километров я отъехал от поворота. Дорога не меняется, ни хуже, ни лучше. Вот такая вот заплатки, волны. Таких уж сильных ям нету. Заделаны. Но потрясывает хорошо и приходится уворачиваться от кочек. Время 9 часов утра. Это перекресток около поселка Лепсы. Вот прямо видно, машины идут. Это я оттуда приехал, из Алматы, эта дорога. И если вот смотреть с того места, где я стою, то направо идет дорога в поселок Лепсы. Вот туда уходит. А налево это идет дорога, потом она выходит на трассу Алма-Ата-Усть-Каменогорск. Ну а если ехать прямо из Алматы и никуда не сворачивать, то дорога уходит вот сюда, на Актагай и на северный берег Балхаша. Там еще за Актагаем можно по степным дорогам проехать на Аягус. Но тут вообще никто почти не ездит, дорога пустая. Здесь около перекрестка находится АЗС, бензин, газ. Но, по-моему, это единственное АЗС в этих местах. В самом поселке, насколько помню, заправки нет.
сейчас поедем через поселок Липсы уже к берегу Балхаша. Это уже в следующем ролике. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и интересные ролики.